Добрый день, усовершенствованные армянчики, они же конверты, они же армянские леса. Значит, длины горизонтальной части мне не хватало для того, чтобы до конца свеса доставать вот короба, поэтому пришлось их удлинить. Каким путем? Вот, не снимая их, не опуская вниз, я настелил досочку такую же 50-ку сверху, вот, но длиннее, прикрутил ее в начале у изначального. Вот пальцем покажу это место. Так, видно, прикрутил на 3 самореза 75-х. Вот. И здесь вначале тоже зафиксировал на саморезике сверху в доску, в опору. Поставил опору. Закрепил ее на одну стропилину. Здесь саморезик. Тоже загнал, зафиксировал. И вторую, такую же рядом, на вторую стропилину. Опер. Вот. Получился такой вот упор. Соответственно, видите, увеличилось практически на столько же. Вот так вот. Да, еще вон, видите, у основание опоры на всякий случай зафиксировал, прикрутил пару досочек, дабы от веса не получилось. Ой-ой-ой. Вот так вот. Ну и теперь все прекрасно. Устойчивость конструкции от этого не изменилась. Все хорошо. Да, еще доску, которую настилаете, по всей длине, там где ложится она на конверты, на уголки, надо тоже прикручивать или прибивать, кому как удобней, дабы она не ходила ходуном, потому что даже небольшой уголок и стрёмненько получается. Да и надежно прикрутили, все пучком, можно танцевать. Все, спасибо, армянчики, это круто.